Всем привет, друзья! Сегодня вам покажу, как сделать вот такой вот интересный автомат для выдачи конфет M&M's. И вначале склеиваем гофрокартон. Здесь размеры, в общем-то, не важны, потому как вы можете сделать большую коробку, маленькую. У меня она получается средних размеров. Затем вырезаем вот такой вот элемент, это будет часть кнопки. Прикладываем ее к передней панели и обводим. Также ниже обводим небольшой прямоугольник. Затем эти две фигуры вырезаем, и что-то типа такого должно получиться. Сама кнопка состоит из двух частей, и их необходимо склеить между собой. И это отверстие для нее. К выступающей части приклеиваем стопорные ушки. Проверка хода кнопки. Наносим немного клея и приклеиваем палочку от мороженого. И затем с другого конца приклеиваем эту палочку к кнопке. Теперь при нажатии палочка от мороженого возвращает кнопку обратно, работая как пружина. Берем небольшой прямоугольник, подгибаем его и наносим клей. И приклеиваем этот прямоугольник под кнопку. Следующим шагом делаем горки для скатывания конфет. И вот, собственно, горка номер один. Теперь склеиваем горку номер два. Она будет подавать конфетки наружу. Отсек для M&M's делаем из тонких полосок картона. Его внутренний размер должен быть немножко больше, чем размер конфет. Вот таким вот образом его приклеиваем, устанавливаем на место переднюю панель и отсек для M&M's. И у меня помещается 12 конфет. Верхнюю крышку приклеиваем с помощью скотча. Это необходимо для того, чтобы можно было с легкостью ее открывать и добавлять конфетки внутрь. Немножко украсим это устройство, приклея надпись M&M's. И вот таким образом оно работает. Если, друзья, это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, дальше будет еще интересней. До новых встреч!